Новосибирский изобретатель предлагает строить дома, которые будут сами себя обеспечивать электроэнергией благодаря огромным встроенным ветрогенераторам. Презентация проекта прошла успешно на форуме «Технопром», и теперь ученые готовятся к защите идеи в Москве. Патенты на руках. Осталось найти инвесторов, готовых вложить деньги в реализацию проектов. Вот здесь есть дебютная идея. Она очень хорошая. То есть загнать ветряк вовнутрь. Ветер, с какой стороны он бы ни дул, он бы попадал туда на ветряк. Неожиданная, а порой, на первый взгляд, даже сумасшедшая идея, через какое-то время реализуется и очень успешно, и самое главное, действительно, решает очень серьезные проблемы. Оно действительно решение будущего, мы с вами вот смотрим, да, и из аналогов приходят только вот фильмы, да, которые мы с вами видели. The point is that even though commercial properties are for sale or for rent, there are no costs related to their operations. So I would make two points, I think, this is a perfectly nice composition, but I would make... Здания, они будут способствовать, кроме того, что формировать поток, ну и давать возможность закрепить как раз вот этот очень большой ветроэнергетический комплекс. Эта штука может быть очень востребована, особенно там, где энергии нет. Проблемы настолько злободневные, вообще для любой области, я думаю, что это можно там применить и на севере, и на юге, и где угодно. Воздушные массы передвигаются везде, в принципе, аэродинамики работают везде, в равной мере. Значит, идея прекрасная, потому что это очень востребовано. И я не знаю, как в плане строительства, как бы найдутся ли девелоперы, которые, или строители, которые сейчас рискнут прямо использовать эти проекты, но это обязательно случится. В этом большая находка ваша. Ее нужно развивать, это очень перспективное направление, мне кажется. Вы обязательно получите поддержку, так что я поздравляю вас. Вперед вам, только одно пожелание. Вперед.